против страйкера с вакуумными снарядами. Вакуумка против трофейчика. Давайте контентика дадим. Пощупаем. Пощупаем, что сильнее. Вакуумка или трофейный страйкер? Проверка жесткая. Я жесткую позиционочку начну занимать. Проверим, посмотрим. Могу ли я что-то противопоставить ему или нет? Или он супер сильный? Ну, скорее всего, мое устройство должно быть пободрее, но чел просто бегает по карте. Чел просто бегает по карте. А, нифига, у него дистанционочка тоже там есть. Я уже забыл, если честно, что у него за устройство. Нифига, там еще и скорость снаряда как будто быстрее. Не понял, ты что, лютая имба какая-то? Апнули устройство, походу? Его, походу, апнули. Оно же вроде по параметрам было такое себе. А там, я смотрю, уже и скорость снаряда увеличенная. И, в принципе, что-то устройство в порядке, не? Смотри, как он сводится быстро. Там как будто уже и фауст, и дистанционка. Нифига себе. Еще и дальность есть. А ну-ка, пойдем пощупаем его. А, его чел уже тут на прикрывалове. Работает. Нифига у него сводка быстрая. Офигеть. Офигеть. Блин, так это имба какая-то лютая, не? Это как будто бы лютая имба. Какое-то лютое имбич. Хорошенькое. Полетело. Какие-то жесткие типы опять против попались. У нас какие-то крепочки. Такое себе сравнение страйкера трофейного с моим страйкером, когда против крепочки. Ой, за меня крепочки, а против типы, которых не слить. Что-то меня нагибают жестко. Ну, страйкер прям в порядке, как будто его апнули. Есть ощущение, как будто его апнули. Надо немножко занерфить, не? Что-то я так смотрю, там и сводка быстрая. И дистанционка есть. И быстрая перезарядка между выстрелами. Если он одиночными выстрелами стреляет, там тоже как будто быстрая перезарядка. Короче, какая-то имба. Опять этих лютых имб понаделали. А я тут, значит, с вакуумкой какой-то страдаю. А чел на имбе наваливает. Прострел? Вот так вот имбаланс какой-то нашел, господа. Я что-то даже раньше и особо внимания не обращал на трофейного страйкера. Ну, типа, как бы по балансу думал, что он, ну, такой себе. А тут я смотрю, как будто его апнули. Крыто апнул орех страйкера. И он показывает супер результаты. Походу, надо быстрее трофейное устройство набивать. Бью быстро трофейное устройство. Молот на дальность сильный сейчас? Да, если честно, нет. Не особо. Не особо. Трофей страйкер — это просто быстрая сводка с дистой, но перезарядка после залпа дольше. Ну, не знаю, как будто бы он очень быстро сводится и перезаряжается тоже. Как будто там уже и перезарядка, и сводка. Там, короче, все как будто супер быстрое. Вот по ощущениям, исходя из того, что я вижу. И между обычными одиночными выстрелами там довольно быстрая перезарядка. Ну вот, смотри, бам, он накинул. У него практически молниеносная сразу перезарядка следующего выстрела. Даже у меня как будто чуть дольше, чем у него. Как будто бы какая-то новая имба. Хочу до легенды дойти. Делай, делай. У меня 10 киллов, у него 31 уже. Жестко. Блендрочку. Мне не надо, мне процент нормальный. А Кали это кто? Это не Калибри? И Калибри с мульта. Так, аудишечка появилась. Можно на ход ножки дать ауди. Так, чисто пощупать. У, хорошенькая. Залетела.
Бодренькая. И разыгрываем сразу. Не, ну тут решил момент, конечно, соло. Так, ну и тут три резиста уже от страйкера подъехало. 35 киллов у него уже. 35 киллов у страйкера. Не, честно, не думал, что трофейный страйкер может быть настолько в порядке на сегодняшний момент времени. Еще эта трофейка статус-эффекты никакие не ловит. Это вообще жесткая тема. У него паладин не ловит вообще никакие статус-эффекты. Сильная тема, сильная. Сильная темочка, сильная. Единственное, ты, конечно, овердрайва не имеешь. Ну, как будто бы она... Ну, смотрите, я только переместился, у него уже сводка. Не-не, что-то очень быстро. Молниеносная сводка! Да не, его апнули 100%. Его 100% апнули. Куда? Он просто секунду сводится, 4 выстрела дает. Секундная сводка, это вообще ненормально. Вы что, гоните? Это имба какая-то. Это какая-то имбища. Раз. Ну просто секунда сводка. Просто секундная сводка. Че это за прикол? Апнули, апнули, 100%. Критопульный ап произошел. Чисто скрытый апчик произошел у страйкера. Куда? Очень сильно. Даже дабл кликнул. От страха даже дабл кликнул, ребячки. Не-не, это что-то ненормальное. Что-то неадекватное. И урон даже по резисту наносит нереально большое количество. Что есть? Ну, тут резал противника, понятное дело. Что сделать я не могу. К сожалению. Глубочайшему. Но выглядит сильно. Как будто быстрее, наверное, страйкер трофейный бить. Как будто он в порядке стал. Жестко в порядке. Уже сделал заданки, хочу заказать вооружение. Можешь заказывать смело. Если хочешь, можешь заказывать. Не стал бы делать фауст на дальность, это уже слишком. Да не, ну реально сильно выглядит. Я же вижу, что оно не такое, как было раньше. Я же вижу, что оно явно не такое, которое было раньше. Оно апнуто. 100%. 100% апнул орех устройства. Почему только информации об этом нет никакой? Вот это странно. Просто как будто бы апнули. Как будто бы апнули. Купил челлендж, ибо до сих пор на Аки Харька Prime не было, лишь бы скин Канте не упал. Открываю первые 15 ультра, и что ты думаешь, Хоппер ХТ упал. Мне с 210 ультра упало 3 красных, лол. Лол. Лол, Мишечка, лол. Жесткий лол, Миш. Жесткий лолик. Лолик очень сильный. Нифига, он подорвался, и я сам подорвался. Гениально. Гениально было сыграно. В 2 раза у него больше киллов, чем у меня. В 2 раза больше. Не, ну хорош. Есть ощущение, что прям хорош страйкер. Прям хорош. Как будто бы завтра набиваю себе трофейного. Потеем жестко, набиваем завтра себе трофейного страйкера. Давай слить. Бывает, наши тиммейты дорабатывают. Дорабатывают или не дорабатывают? Дорабатывают или нет? Фауста можно столько же сделать? Но тут у него еще и дистанция есть. Ты же должен это тоже понимать. Ты же видишь, что чел вообще не зависит от дистанции. Он хочет, рвет дистанцию, хочет, сближается. Вообще без разницы, как играть ему.
У него устройство позволяет через всю карту играть. Еще и дистанционка есть. Еще и дистанционка сверху есть. Да не, это лютое устройство. Выглядит прям очень сильно. Ускоренная перезарядка. Диста. Более быстрая сводка еще. Сильно. Сильно-сильно. Выглядит сильно. Холли, здорово. Здорово, отстраненный. Рабочая сосулендра за 4 секунды до конца. 53 килла у страйкера. У меня 30. Жестко. Практически в два раза, короче, переиграл. Практически в два раза. Ну, сильно-сильно. Я что-то даже и как-то и не видел силу трофейного страйкера в последнее время.